Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Дачные советы». Сегодня у нас 30 декабря. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом 2019. Хочу пожелать вам в Новом году обязательно быть здоровыми, счастливыми, любимыми. Мира всем желаю, добра. Конечно, нужно быть всем нам добрее, и тогда мир вокруг нас станет добрее. Также хочу пожелать всем садоводам богатых урожаев. Хочу пожелать только приятных хлопот в новом году. И, конечно, хотелось бы, чтобы Новый год, пришедший к нам, был самым счастливым в вашей жизни. Также хочу поблагодарить всех своих подписчиков и всех зрителей моего канала. Спасибо вам большое всем за поздравления. Очень мне приятно получать поздравления и на Вайбер, и на WhatsApp. И пишите вы в комментариях свои сообщения поздравительные. Очень, конечно, приятно. Спасибо большое. И хотелось бы, конечно, в следующем году продолжить наше общение и, ну, наверное, увеличить наш круг друзей. Я считаю уже всех своими друзьями. Мне, конечно, очень с вами интересно и приятно. Спасибо всем большое. Всем до новых встреч в новом 2019 году. Пока-пока!